Модернизации инфраструктуры ЖКХ в регионе уделяется пристальное внимание. В этом году в Одинцовском округе планируется заменить порядка 1000 километров теплосетей. Только в этом году в работе 23 крупных объекта. Перемены к лучшему коснутся 147 тысяч жителей Подмосковья. Эти и другие достижения в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона депутат окружного совета депутатов Михаил Зимовец обсудил на встрече с сотрудниками коммунальной службы МКД «Немчиновка».